Минувшее воскресенье православные жители нашей страны встретили один из самых главных религиозных праздников – Пасху. В Туре традиционно главная служба состоялась в Воскресенском кафедральном соборе. Об этом рассказывает наш корреспондент. Из года в год Воскресенский собор областного центра становится главным местом пасхальной службы. Как говорят священники, среди многих церковных праздников Пасха занимает особое место. Пасхальные богослужения отличаются особой торжественностью, радостью. Мы в эти дни святые отлагаем по возможности все свои печали и заботы, и дела. И стараемся чаще бывать в храме и благовествовать о воскресшем Христе Спасителе. Празднованием Пасхи знаменуется окончание самого строгого Великого Поста. Соответственно, всю субботу верующие посвящают приготовлению всевозможных блюд. В многодетной семье Васильевых этим в первую очередь занимается глава семейства Алексей. Однако и дети не остаются в стороне. Это очень-очень важно. Мы каждый год печем куличи. Вот папа Пасху готовит. Яйца обязательно красим. Это очень увлекательно. Это мое, как сказать, ну как, не то что блюдо, да, это вот именно традиция. То есть, каждый у нас украшает по яичку, то есть в Страстную пятницу после чтения 12 Евангелий приходим домой и готовим пасхальную снедь. Таких, как Василию, в эту пасхальную ночь здесь были многие и многие сотни. Целыми семьями, зачастую с детьми, тверичане пришли в Воскресенский кафедральный собор, чтобы присутствовать на службе, которую проводил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Слава святей, единосущней, и животворящей, и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Закончилась служба традиционным крестным ходом, после чего верующие разошлись по домам, чтобы приступить к разговлению.